Если ты католик, то сегодня ты празднуешь Рождество, и я скажу тебе Merry Christmas. Но почему Christmas, а не Christ? И что такое Mass в конце? Ну, Christ — это Jesus Christ, тут все понятно, Иисус Христос. А Mass — это богослужение, литургия, но просто это не сильно, видимо, удобно произносить. И Christ Mass стало Christmas, Christmas, Christmas. Еще такое написание Christmas, и читается оно само собой так же, а не Xmas, как пишется, ну, просто чтобы вы знали. Теперь, почему Merry, а не, к примеру, Happy, как в Happy Birthday или Happy New Year? Ну, так сложилось. Желают счастливого Нового года, но веселого Рождества. И кроме как в поздравлении Merry Christmas, слово Merry как-то больше нигде не используется. Кстати, по поводу слова Merry еще кое-что. У него есть два омофона, то есть слова, которые звучат абсолютно идентично. Это имя Merry, Merry, и Merry как глагол, то есть жениться. Поэтому фраза «Merry, Merry, Merry» вполне имеет смысл. Всех с наступающими и удачи! Пока!